Всем доброго утра. Шестой день. Сегодня выгрузка и сдача. Надеюсь, сегодня будем дома. Я уже не рассчитываю быть в обед, потому что время 10:25. И что хочу сказать? Сегодня у нас 24 число сегодня у нас. И фраза от шефа, звучащая, может быть, съездишь еще один рейсик перед Новым годом, звучит не странно, а маленько напрягающе. Вдруг я, блядь, не успею на Новый год. Короче, все. Такие склады. И нахуй я никому не нужен. Снова же. Ладно, что мне нужно? Побриться сегодня. Сейчас я все сложу, на ту сторону пойду, сделаю теплую воду, побреюсь. Напротив лента пойду, пошарюсь по ленте. Куплю себе новую подушку, наконец-то. Короче, дорвал я подушку, не знаю, что я с ней ночью делал. Короче, край разошелся, маленькие пушинки, короче, полезли. Что еще надо? Табак, шмабак и что-нибудь такое домой сразу возьму. Вот так, встаем. Ой, давай уже домой, Николай. Это пиздец, она мне грязная. Кошмар. Начнем бриться. Короче, меня так ребята и не могут поставить. Я уже помритый. Красивый. Жду, когда они меня выставят, уже выгружать начнут. Сказали, что часа 4-5 будут выгружать. Я пойду в ленту. Лента напротив, я вчера показывал, по-моему. Пойду пошарюсь по ленте. Короче, грузчика тут два. У меня незамерзайкой полностью груженный. Сейчас открыли контейнер, они в газель немножко выгрузили. И одна, короче, чуть-чуть мятая. Ну, видать, смялась другими. И немножко в контейнере маленькая лужица. Я говорю, о, брак. Можно, говорю, брак забрать? Он, этот хозяин такой, говорит, да бери. Надо, бери. Я чук себе залил, не замерзайкой разжился, пятерочкой. Ништяк. Короче, жду я грузчиков подогнать. Пойду шариться, я уже устал. А, все, завтра у меня в 2 уже надо быть на Бронке, на Финском заливе. Еще один контейнер беру и поехал. Поедем мы опять в Москву. Ну, я думаю, успеем. Завтра 25-е. 26-го выгрузка. Ну, пускай мы там задержимся 27-е. 28-го. Короче, успеть должны мы. Вот. Мишка все еще на таможне, блядь, портовый. Я говорю, Миша, пиздец, мы с тобой счастливые. Стоит. Я, пиздец, какие-то погрузчики везет, 2 штуки в контейнере. Одна таможня. Потом в Москве будет растаможка. Короче, пацан попал. Так, все, к нам подошли. Время 1:30 уже. Сейчас будем подъезжать. Жжж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 
курите. Курение вредит вашему здоровью. Все, мы подъехали. Пошли в ленту. Взял новую подушку. Рубль. И поставил на рубль. Новая. Только темного не было. Еще полотенчика посмотрим. Короче, меня нельзя выпускать в магазины. Я кое-как допер. Фу. Пришел. Тут есть большой контейнер мусорный. Сейчас я не нашел и однотонного постельного, темного, как хотел. Кое-как допер. Короче, 9 рублей оставил я. 9.36. Ну, 9.036. Я взял подушку какую-то. Из гуся какого-то. Постельная, качественная. То есть оно вот не такое, как вот это. Оно плюс еще по акции какое-то было. Но оно, короче, стоит нормально. Рубля 2, я думаю, оно стоит. А так оно что-то там по акции вышло 1.300, что-то такое. Сейчас пока у меня здесь есть бак, я это все дело снимаю, меняю, выкидываю. А, можно на ветошь разрезать. Да у меня ящиков нет. Да, посмотрим, что дальше. Затарился, ну, табаком не свети в кадре. Это домой у меня пойдет все. Пивас-мивас, тушенку опять взял. Паштетики купил, короче. Эту, как ее, ножки. Сало хочу взять, большой шмат сала, чтобы он у меня лежал вот там. Белый, не с каким-то там перцем, не с красным, не с каким.
А вот чисто сало, чтобы было с чесночком. Офигенно. Ну, здесь у меня 2 литровых тубы. 2 литровых, как они называются? Блядь. Бутербродики. Полотенце еще взял, машину новое. То есть у меня теперь новое полотенце. Бритву маться старое тоже. Можно под две-то штука. Куда я все это ложить буду, я не знаю. Что еще-то набрал? Короче, в основном все вот так вот. Усё? Ну, в основном вот сигареты и вискарь дорогой вышел, ну и постельное. Начинаю, у меня прямо аж в кайф, сейчас буду всё застилать. Блядь, жарко. Ребята, в первую очередь, почему хочу жениться? Вот из-за этого, блядь, это пиздец. Я начало вставил, а... Бедные девчонки. Где вот этот конец? Нет, тут еще, конечно, места мало. Тот там я уже вставил, только вот не перекрутится оно, интересно. Хз. Не, оно понятно, сейчас лечь и разровнять его. Так, так некрасиво. Вот так. Рисунком сюда, рисунком сюда. Но оно качественно такое, пиздато. Я потом лягу, все разровняется. Тише, сейчас бан получишь. Блять, за эту точно бан получишь. Ну такое шикарное прям. Как я завидую тем, у кого кабины большие. Такс. Такс. У меня тут вообще перинка, ребята. Жесткая перинка получилась. А? Видишь так? Только подушка какая-то, как будто не из мира сего. Явно не подходит сюда. Не, прикольно. Оно такое вот. А то было как туфта, короче. Что-то вообще мне прям нравится. Да? Берешь так, оп, и читать. Да нет, конечно, кто тут читать будет. Тут, блядь, уебался и спать. Не, прикольно. Сейчас я вот пледиком все сверху, чтобы ничего не мралось у меня. И вообще клево. Ништяк, ништяк. Все, давай. Здесь кнопки у меня ни одна не работает, так что... Все. Давай застилаться. А эту сумочку отложим куда-нибудь. Выкидывать я ее не буду. Все, поехали дальше раскладываться. Все, я закончил свои дела. Застелился, полотенце повешал. Спросил, где вода все-таки есть. Пойду сейчас в офисное здание. Бля, как я его там видел? А сейчас не вижу. А, мы криво стоим. В офисное здание пойду. У меня под техводу есть такая штучка. Сейчас я и в эту сразу наберу. И все-таки кабину помою. Ну тут есть так-то, можно нехать. Пятерки мне. Под техводу сейчас тепленькую наберу. И буду мыть машину. Кабину хотя бы помою. Ял бы. Вот подножка была бы у меня еще, чтобы обувь там оставлять. Вообще было бы красиво. Можно на сиденье еще меховушки белые купить. И они в ленте есть, но они какие-то короткие. Как бы вот эти вот, как они, под спину есть. И она получится не до конца вот по край полотенца. И там вот так вот где-то, блядь. Ну ни туда, ни сюда. Была бы целиком и с резинками, чтобы резинку сразу натянул. И все, она, меховушка белая такая была бы. Зимняя, было бы вообще пиздато. Ну что-то стоит полторашка. А где-то мешка за 2 видел. То есть одна в ушку, но они охуенные вообще такие. Сядешь, о, кайф. Было бы так клево. Пошли за водой. Не попрощался? Подписчик. Все, как тебе. Сегодня мы с боками. Красиво. И вторая сторона осталась. Моем. Приятно, дядька.
Так, ну, ребят, все, я выгрузился. Время 3 беремя. 6 часов. Едем на сдачу. Подмел контейнер у ребят. Короче, со всей партии это 4000 бутылок. Две было бракованных. Ну, то есть крышка на одной была сломлена, вторая просто раздавилась, децл. В общем, я наполнил себе омывайку шефу экономия. 300 рублей шефу сэкономил. Там можно в сауне пивка взять. Девушке энного назначения. Все, выезжаем. Сейчас пособираем пробки. Сдаем контейнер. Во сколько будем дома, не знаю. И постараюсь выложить видосиков 3, что ли. Надо ноутбук, что ли, с собой возить, с ноутбука выкладывать. С телефона я не умею. Колхозник, потому что... В общем, поехали. Ждем Вольву, Америку, мне по-другому не выехать. Но он уже все. И там последний политик закинули. Вообще пиздатый такой синий металлик, Вольвочка. Шторка. Откуда он? 53. Не знаю, что это. Откуда? Сейчас выскочим. Красота работы в мегаполисах. Или как они называются? Ой, не мегаполисы, а как они? Да хрен его знает, то есть вот так. Чунч. Когда дома будем? ХЗ. Завтра уже в 2 надо грузиться. 9, у нас какой-то новый терминал, и тут очередь. Одним кальмаром всех снимают. Пипец. Не поверите, такое бывает раз в жизни. Меня первого сняли, ребята. Он, потому что ко мне подъехать можно было, он такой говорит: скажи всем, кто с сороковками, чтоб ехали первый проезд. Когда будешь ехать, посигналь всем. Я посигналил. Готово? Поехали. Мужики, не обессудьте, я не виноват, я вперед очереди не лез. Просто, ну я вот тут стоял, он подъехал. Самый ближний, кто был с сороковкой. Все, ребят, забрал бумаги сразу же на второй груз на завтрашний, что по пути, чтобы завтра не ехать. И поехал ставить машину. Все, всем спасибо за просмотр. Огромнейший привет. Шершавенькой. И не гвоздя, не жезла, как говорится. А мы кайфуем. Хоть нам и отдыхать немножко. 12 часов получится всего отдыха за 6 дней. Но, как говорится, мы не женаты, мы не это, не утрируем это все. Поехали отдыхать. Пока-пока.